Это не говняшка, это пирожное. Афоня точно так же говорил в своих роликах тёлкам. Ну ладно, я тебе поверю. В общем, если ты хуёвый видеоблогер, на вкус как говно, у тебя проблемы с гостями, позови Джарахова и выведи свой юмор на новый уровень. Ну это, блин, точно не точно. Не, на вкус правда как говно. Один в один. Подожди. Она просто в этикетке. На дворе был 1982 год. При чем здесь эта хуйня вообще? Это насрали примерно где-то в Австрии. Я говёный сомелье, ты отъебись за мной, заценить вкус, блядь. Да, да. Это Пардонис под Левьем, французский сорт. Иди отсюда нахуй. Не надо...